Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Исцеление двух слепых. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.